Здравствуйте, я от всего сердца приветствую вас на нашем сегодняшнем богослужении. Станет ли верующий высказываться против своей религии? Вероятно, вы ответите «нет». Но Иисус однажды поступил именно так. Он предостерег еврейский народ касательно их лидеров и их учения. Почему Иисус так поступил? Как с этим связана история бедной вдовы, которая пожертвовала все деньги, что у нее были? Есть ли сегодня люди, которых по мнению Иисуса нужно также остерегаться? Ответы вы услышите сейчас. Давайте встанем и посмотрим, что там дальше. Итак, 12 глава Евангелия от Марка, стихи с 38 по 44. «И говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, и возлежать на первом месте на першествах Сии, поедающие домы вдов, и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали многом придяжам. Одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, Ибо все клали от избытка своего, А она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Аминь. После того, как Иисус, уча людей в храме за два дня до своего распятия, ясно дал понять, что Мессия не только сын Давида с точки зрения генетики, но и сын Бога, и подкрепил эти слова 109-м псалмом, великим псалмом о Мессии, он обратился лично к фарисеям. Можно сказать, что он стал их критиковать и делал это без всяких компромиссов. Здесь мы видим Иисуса отнюдь не мягким, терпимым, кротким и готовым найти общий язык с духовенством того времени. А вместо этого он предстает перед нами, да, пожалуй, можно сказать и так, осуждающим, это очень тяжелый текст. Лично я не могу сделать из него каких-то важных выводов, потому что я не Иисус. И еще я не могу осуждать фарисеев и весь иудаизм так же, как это делал Иисус. Но я могу рассмотреть, что Иисус думал об этой религиозной системе. Он сказал находившимся в храме и нам заодно остерегаться. И сказал он это, стоя прямо посреди этого религиозного учреждения. У Марка речи Иисуса посвящено всего три стиха, у Матфея же она занимает целую главу. Это 23 глава Евангелия от Матфея, в которой целых 36 стихов. Слова горе вам повторяются там, а восемь раз я хочу, чтобы сейчас вы открыли эту 23 главу Евангелия от Матфея. Конечно, у нас нет столько времени, чтобы прочитать сейчас все 36 стихов, поэтому я прочту вам стихи, начинающиеся со слов «Горе вам». Эти слова повторяются восемь раз. Давайте сопоставим этот отрывок с 12 главой Евангелия от Марка. А вот что тогда сказал им Иисус. Он сказал слова, от которых просто бросает в дрожь. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти, не допускаете». Второе, что он сказал, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дамы вдов и лицемерно долго молитесь, а зато примете тем большее осуждение. Третье, что он сказал, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном Гиенным вдвое худшим вас». Четвертое, что он сказал, «Горе вам, «Вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые». Что больше, золото или храм, освящающий золотом? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен безумные слепые что больше дар или жертвенник, освящающий дар. Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Пятое. Горе вам, что даете десятину смяты Аниса и Тмина, и оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Шестое. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда. Между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, «Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Седьмое, что он сказал, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». И, наконец, восьмое, что он сказал: Горе вам, книжники и фарисеи, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, Если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиенну? Эти слова просто слетают с языка, но, как я уже сказал, это только отрывок дома или на кружке по изучению Библии, вы можете прочитать речи Иисуса целиком. Мы не знаем точно, всю ли речь передал в своей книге Матфей. Возможно, он тоже что-то сократил. А в любом случае, речь здесь идет о том же, о чем писал Марк и передал эти слова в трех стихах. В этих строках Иисус показывает все недостатки религиозной системы того времени. Он называет ее коррумпированной, прогнившей, поэтому не стоит удивляться тому, что фарисеи и книжники возненавидели Иисуса. Иначе и быть не могло. Описать их религию я могу лишь своими словами. Описать ее так, как это сделал Иисус, я не в состоянии. Их религия была чисто показной. Сердца их духовных лидеров были далеки от Бога. Иисус в своей речи много раз назвал их лицемерами. Они хотели, чтобы их чествовали и почитали, и поэтому присваивали себе всевозможные титулы. Они носили длинные одеяния, придумали кастовую систему. Они хотели, чтобы их называли раввинами. Но Иисус сказал своим ученикам, «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос, все же вы братья, и отцом себе не называете никого на земле, Ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называетесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, а как же тогда ко мне обращаться? задумался я. К вашим духовным лидерам в церкви вы должны обращаться, пастор. Если вам это нравится, то продолжайте их так называть. Но если обратиться к этим словам Иисусом, то получается, что мы в первую очередь не пасторы, а ваши братья. А если вы обратитесь ко мне словами «брат Вольфганг», то это будет очень по библейски. Раньше меня раздражало, когда ко мне подходили всякие мальцы и кричали «Вольфганг!». Я думал, как неуважительно. Сейчас же я уже так не важничаю. Ибо такого ребенка Иисус любит больше, чем меня. Может, и не больше. Конечно же, Он любит и меня. Но сам Иисус сказал, «Вы не можете называть себя раввинами. У вас есть всего лишь один учитель». И это Христос. А вы же — это братья. Разумеется, мы должны чтить и уважать друг друга. Об этом сказано в Писании. Но тут уж дело за вами, а не за мной. Мы не просим использовать при обращении к нам всякие титулы и степени. Мы — это братья. Мы — это люди. И у нас только один учитель. Только один Равин, только один Отец Небесный и только один Святой Отец. Иисус просто ненавидел ту систему, что сложилась тогда в Израиле. Но больше всего резало Иисусу глаза обращение с вдовами а также то, как наживались на них под видом благочестия. Недавно мы прочли в Евангелии от Матфея такие слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дамы вдов и лицемерно долго молитесь, а зато примите тем большее осуждение». И в нашем сегодняшнем отрывке у Марка мы видим такие же слова «поедающие дамы вдов». Вдовы в Израиле чаще всего были беззащитны и не имели никаких привилегий. И фарисеи вовсю пользовались этим под предлогом поиска у них защиты и отбирали у них имущество и даже дома, прикрываясь при этом религией. А вот почему Иисус и сказал, что они поедают дома вдов. Сегодня тоже есть учения, которые представляют собой не что иное, как платежную систему, за рай и блаженство. Можно даже сказать, что такие организации заключили сделку с адом. Поэтому Иисус и повторяет восемь раз слова «Горе вам!» и говорит о большом осуждении. Ограбление людей и жестокое обращение с ними — это само по себе уже серьезное преступление. Но если вы прикрываете это верой и религией, тогда это преступление становится еще более тяжким. И Иисус говорит «остерегайтесь этого», и мы должны этого остерегаться и не сотрудничать с такими организациями, которые скрываются под маской религии, а на самом деле угнетают людей. И Бог, дорогие прихожане, хранит нас от постыдной корысти, как охарактеризовал это Павел в послании к Титу. Не дай нам Бог предаться постыдной корысти в церкви и общине. Не дай нам Бог стать волками в овечьих шкурах, которые издеваются над людьми и обирают их, прикрываясь христианской заботой. Ну, а далее... Нам рассказывается история о вдове и ее лекции. Иисус завершил свою осуждающую речь, присел напротив сокровищницы и стал наблюдать за тем, как люди кладут туда деньги. Вы должны понять связь двух этих историй. Раньше я ее и сам не видел? Но очень важно увидеть ее, иначе вы можете начать двигаться не в том направлении. Во-первых, вдова, которая бросила все имеющиеся у нее средства к существованию в ящик для податей в качестве своей лепты, может быть хорошим примером благотворительности. Обычно эту историю рассматривают так. Я согласен с этим утверждением и считаю, что эта история отчасти посвящена и этому. Но на сегодняшний день я крепко убежден в том, что Иисус не просто наблюдал за этим. Я считаю, что после того, как вдова внесла свою лепту, Иисус подозвал своих учеников и еще раз подробно обсудил с ними произошедшее. Разумеется, верно то, что хоть у вдовы и была всего малая лепта, которую она и отдала как подаяние, она отдала больше, чем богачи, которые бросили в сокровищницу гораздо больше, большие суммы, но то была только часть их изобилия. Как я уже сказал, Иисус обсудил тогда подаяние этой бедной вдовы не только потому, что хотел показать своим ученикам пример правильного подаяния в Царстве Божьем, но и потому, что за этим стояло нечто большее. Как раз перед этим Иисус говорил о том, что духовенство наживается на вдовах и грабит их дома. И вот теперь прямо у Иисуса на глазах такая вдова в буквальном смысле отдала все пропитание свое. Было ли это стандартом библейского подаяния, или же это было лишь признаком того, что эта женщина тоже стала жертвой религиозной системы эксплуатации? Как я уже сказал, я много об этом думал. И ответ я нашел у Джона Мак-Артура. Он полагает, что Иисус указал на эту бедную женщину, потому что она стала жертвой ложной религии. Ибо где в Библии сказано, что мы должны отдавать все наши средства к существованию? В Библии говорится о десятине и о том, что мы можем жертвовать церкви сверх этого. Там не сказано что мы должны отдавать все и не имеем права себе чего-нибудь оставлять. Так говорят только притворяющиеся набожными шарлатаны. Они взывают к своим последователям и пишут им послания, в которых они клянчат, если вы будете отдавать побольше, если вы отдадите все, то вы точно исцелитесь. Они пишут, вы должны уповать на Бога, и это означает, что вы должны отдавать и то, что вы вряд ли можете отдать. Когда вы отдаете последнее, что имеете, как сделала эта вдова, тогда вы будете благословлены, тогда вам будет хорошо, но сначала вы должны отдать все. К нам в церковь иногда приходят люди, которые говорят, брат Вегерт, так что же получается из этого? Если я получу подарок на день рождения или Рождество, мне придется отдавать десятину из него? Или если я куплю что-то по акции в магазине распродаж, то мне тогда отдавать десятину со скидки? Откуда вы вообще это взяли? Прекратите. Прекратите немедленно. Но именно такой была фарисейская система. Многие дорогие братья и сестры, поверим, подходили ко мне и спрашивали, должны ли мы отдавать и десятину, если нам сначала нужно оплатить свой взнос по долгу. На такие слова мы обычно отвечаем, от того, что у вас нет, и от того, что вам не принадлежит, вам не нужно платить десятину. Не дай нам Бог угнетать христиан и заставлять их чувствовать себя виноватыми. Упорядочьте свою жизнь, дорогие братья и сестры. Постарайтесь что-то сделать с Божьей силой и милостью. Вы сможете продолжить то, что начали, когда выздоровеете. Упорядочьте свою жизнь так, чтобы быть в состоянии что-то дать Богу. Он никогда не скажет вам «отдайте все, что у вас есть», а после этого либо помирайте, либо сидите и просите милостыню. Дорогие и прихожане наш бог милосерден наш бог великодушен он никого не угнетает и не обременяет нас уставами чуждыми библии так поступают только фарисеи только религиозные лицемеры только системы притворяющиеся богоугодными божья заповедь для всех нас звучит так честно ищите работу и заработок и когда Бог дает вам их, радуйтесь этому и наслаждайтесь этим. Радуйтесь, что у вас есть отпуск, благодарите за это Бога и отдавайте Господу от всего сердца хорошую часть того, что вы получили. А если у вас небольшая пенсия, наслаждайтесь своим небольшим доходом и отдавайте ему столько, сколько сможете, но, конечно же, не все свои средства к существованию. Истинные Божьи слуги никогда не попросят вас об этом, говорит МакАртур. Да, пожалуй, стоит сначала это переварить. Думаю, не все за мной поспевают. Но послушайте, в противном случае мы, разумеется, рискуем стать скрягами и впасть в зависимость от любви к деньгам. Таким людям в Священном Писании сказано, не привязывайте к этому свое сердце. Возьмите пример для подражания совдовы и ее лепты, а не с богатого юноши, который, к сожалению ушел, потому что у него было много всего во владении. Из этого он ничего не был готов отдать Царству Божьему. Хочу обратить ваше внимание на первые два стиха следующей главы Евангелия от Марка. Итак, Иисус завершил свою осуждающую речь и закончил обсуждать поступок вдовы, которая отдала все свое пропитание этой церковной системе. И вот наступил вечер, и Иисус с учениками направился назад в сторону Вифании. Они вышли из храма, и тут один из них обернулся. И вот что мы читаем у Марка. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» А вы еще помните ту вдову, которая отдала церкви все свое пропитание? И вот ученик Иисуса восклицает: "Какая прекрасная архитектура! Какие здания!" Дух захватывает. И вот что ответил ему на это Иисус: он сказал ему: "Видишь, все великие здания?" все это будет разрушено, так что не останется здесь и камня на камне. О Боже, смилуйся над нами, помоги нам, Господь. Пусть мы не будем лицемерами. Помоги нашей церкви быть справедливой и нелицемерной, дарить людям любовь. Существовать не ради наживы не делать денег на людях. Боже, помоги нам не угодить под такое же осуждение, которое Ты устроил этим фарисеям. Пусть мы не будем поедать дома вдов, пускай мы скажем, «Боже, войди в мое сердце». Боже, сохрани нас от показной религии. Боже, сохрани нас от чтения морали другим людям от формализма и от законности, которая чужда священному писанию. Ей можно только угнетать людей и заставлять их чувствовать себя виноватыми. Помоги нам лучше жить с праведной верой и выказывать нелицемерную любовь. Не дай нам, Бог, уподобиться могиле, полной цветов снаружи и мертвых костей внутри. Боже, даруй нам веру исходящая от чистого сердца, во благо, благополучие и спасение многих людей. Именно так я и понимаю тот отрывок, который мы сегодня рассмотрели. В нем мы видим связь со словами, которые Иисус сказал, за несколько часов до этого в храме. И, Боже, помоги нам вести такую жизнь, чтобы мы служили Тебе не только на словах, но и от всего сердца. Помогай нам, Боже, во имя Иисуса. Если эта молитва нашла отклик в вашем сердце, вы можете сказать на это громко «Аминь». Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.